Ну, как можешь сегодняшний результат оценить? Беспроигрышная серия продолжается у Урала уже с сентября? На что вообще рассчитываете? Мы как-то не думаем даже о этой беспроигрышной серии, просто идем от матча к матчу. Ну, то, что вы сыграли в ничью, могли и выиграть, могли и проиграть, и, наверное, закономерный счет. Мы могли в конце там забить. Есть ли расстройство из-за того, что вы два раза вели в счете и в итоге ничья? Ну, конечно, как-то внутри все-таки недовольство присутствует, так как могли удержать счет, а не получилось. Ты воспитанник Спартака, какого тебе было играть против Спартака? Да не знаю, как-то я не особо... Ну, конечно, в голову лезли мысли до матча, а потом уже как-то в игре, когда на игру выходишь, без разницы. Но дополнительная мотивация была перед матчем или нет? Да нет, ну, то есть да, я провел много времени, но прям такого, чтобы я там как-то слишком передумал о том, что вот надо против Спартака как-то по-другому выйти, но такого не было. И в Семенбурге уже фанайди действуют с лета, в Москве и в остальных, ну, в пяти регионах. Сейчас вообще во всем чемпионате, и вот сегодня результат около 4,5-6 тысяч было. Каково вот играть, как тебе, воспитаннику, вот на стадионе Спартака вообще, при, ну, очень как в театре? Очень обидно, если честно, потому что очень мало народу так приходит. Тем более фанатов нет сейчас, еще обычных болельщиков мало приходит. Ну, плачевно, что я могу сказать. Тем более на Спартаке, на котором всегда обычно много народу было. Вам предстоит играть с Спартаком в кубке. Сегодняшний матч показал, что можно рассчитывать на положительный исход двух раундов в противостоянии, двух матчей. Да со всеми можно на положительный результат оценивать. Это все зависит от того, как ты в той или иной игре себя проявишь, как сыграешь. Поэтому там уже все от нас зависит. Спасибо.